смотрите, хочу вам показать это молоко. В Самаре продают такое вот молоко. Честное коровье молоко, натуральное там, да. Хранится оно очень долго, смотрите. Срок годности. Вообще полгода может храниться, да, ну даже чуть больше. Это вообще, да, даже больше. Ну, короче, в общем, вот такое вот молоко. Думала, сварю сейчас кашу, налила в кастрюлю, да, а там плавает вот такая вот, тут не видно, наверное, вот такая вот фигня, я ложкой вытащила, блин, не видно вообще. Видите, вот такая точка, вот, видите, такая, блин, как же это тут ее, как же ее, чтобы видно-то было, а? Вот эта фигня, вот это вот плавало в молоке. Ладно, я в кастрюлю налила, хотела кашу сделать. Ну, тут не видно. Она, в общем, такая маленькая, белая. У нее такие усики противные там какие-то, как будто это... Я даже не знаю. Короче, какой-то кошмар. Такое молоко не берите, пожалуйста. Я вообще офигела, если бы я добавила в кофе. Представляете? Представляете? Если бы я добавила в кофе... Кофе вот там же не видно. Наливаете темный цвет, добавили молоко, что там перемешали, пьете, да? Потому что мы делаем иногда кофе. А тут я хотела сварить кашу. Я налила в кастрюлю молоко, смотрю, что-то плавает. Наливаю, бац, что-то там, опа, и плавает. Я офигела. Я думаю, ну может там что-то там, не знаю, не может быть. Взяла ложкой, вытащила, рассмотрела, вышла, подошла к окну на солнышке. Не накрашено. Ну ладно. В общем, это вообще кошмар. Это вообще... Это что там такое плавает? Это вы представляете, что там про... Не покупайте такое молоко. Я вообще в шоке. Я первый раз такое вижу. Первый раз. Да, лезть такого ни в жизни не было. Никогда. Я офигела. И еще про это молоко в школе говорят. Марсель мне говорит... Я говорю, давай молочко купим, там, да, гречку с молоком мы едим. И, я не знаю, он говорит, нам в школе говорили, что вот молоко в Самаре такое появилось, в общем, вот. Ну, говорю, давай возьмем, попробуем. И чё? 50 рублей стоит молоко. Ну, это вообще капец, я в шоке просто. Осторожно, смотрите, очень осторожно просто. Осторожно, берегите себя.